Депутат Государственной Думы Виталий Милонов решил поделиться со СМИ своим счастьем и рассказал, что у него родился еще один ребенок. Родилась девочка во вторник, 25 сентября, в городе Санкт-Петербурге. Родители дали младенцу имя Пелагея. Уже в шестой раз Виталий Милонов стал отцом. Также у Виталия еще 5 замечательных детей, которых зовут Дуня, Илья, Марфа, Николай и Петр. Самое удивительное, что трое из них являются не родными детьми народного депутата, они были взяты сиротами из детского дома. Депутат заявил, что крайне сильно рад новому пополнению в своей семье. Еще он подчеркнул, что теперь уравнял счет между мальчиками и девочками. Также напомним, что огромную радость от отцовства испытал и Александр Овечкин, который даже заплакал, когда у него родился сын. А Глеб Матвейчук впервые стал отцом и рассказал, как назовет дочь.